Трудности объединяют людей. Сейчас, когда врачи находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, когда люди живут в режиме самоизоляции, особенно нужна помощь и поддержка. Коллектив хозяйства «Васильевское» и его руководитель Сергей Горячев приняли решение безвозмездно снабжать свежим мясом и молоком сергиево-посадских врачей, которые работают с больными коронавирусом в стационаре. Мы с удовольствием приняли это решение. Созвонились с Центральной районной больницей, с Дмитриевым, заместителем главного врача, и договорились о том, что мы будем поставлять мясо, свежее мясо и молоко. Идею поддержало кафе «Лагманное». Повара готовят горячее питание для медиков из свежих продуктов Васильевского. Хотелось бы выразить огромную благодарность врачам, воспитателям, медсестрам, санитаркам, всем, кто принимает участие в этом нелегком труде. Мы и дальше готовы доставлять горячее питание. Сергей Горячев – врач по профессии. Он, как и многие его коллеги, знает цену человеческой жизни. Знает, как сложно сегодня и тем, кто спасает других людей. Хотелось бы пожелать медицинским работникам здоровья. Самое главное – не терять бодрость духа и оптимизма, потому что думаю, что в ближайшее время данная инфекция отступит, ну а героям будет воздана та честь, которую они заслужили. Спасибо вам большое. А на этой неделе молоко и мясо из Васильевского стали привозить детям интерната «Березка» и детского дома слепоглухих. Вот так, помогая друг другу, можно преодолеть многое. Ирина Белякова, программа «События».